Раз. Николай решает зайти в игру на даму 6. Янис также на даму валет. И у Артура туз король. Что он сделает? Артур повышает до 1400 фишек. Ой, чувствую, досижу до хедзапа точно. Сейчас в тройном алыне все вылетят. В банке уже 4200 фишек. Лоб открывается 8-6-9, что дает самую низкую пару Николаю. Бессаме мучамо, я не споплелся, по-моему, за колей. Но Янис немножко удивляет нас, он делает кол, он опять хочет собрать стрит, ему нужна только десятка. Но тур приносит ему высшую пару. Отлично. Когда будешь записывать альбом? Скоро уже? Уже записал. Дайте деньги опубликовать. Ну, то есть выиграть, да? 4800. Николай вновь повышает, ставя полбанка. А что тебе смешным показалось в этом Янисе? Дама 10, типа, сидит. Ироническая улыбка такая. Ну, я не знаю, надо делать кол или олл-ин, раз ты на флопе мог заколить. За тобой пришли, Коля. Вот это... Мне кажется, он покупает флеш. Думаешь? Я не делаю кол. А сейчас? Ривер дает Янису трипс. Он делает чек. Тут два варианта. Или валет 9, или флэш 2. В банке уже 18,5 тысяч. Я думаю, Коля поставит 6 тысяч. Я думаю, у Коля все готово. Нет, не угадал. 7. Угадал. 7. У меня нет даже мнения по этому поводу. Отсчитал. Наконец-то. Самый большой банк вечера. Я не сделаю кол и забираю действительно огромный банк в размере 32 тысяч. Конечно. Где-то я уже этот видел валет. Не, ну 2-4 попахло бой-то, конечно. Солидно было. Артур Знаешь, намекает на то, что кол по флопу был ужасен, он был невыгоден. Янис теперь чип-лидер турнира, у него больше 30 тысяч. Я уже кепку поворачивал, очки одевал, ничего не помогает. Кушаешь? Хреново играю просто. Начинают какие-то мысли лезть. Долго подвинуть твои очки. Куда, в голову или? Да, сейчас я в нее поем еще. О, придумал. Пока уберу кепку и одену очки. У тебя такая комбинация. Шикарно. Может, я уверен, что я успею найти что-нибудь. Ну, blind protection program. Сейчас нельзя рейзить, потому что Илза уже поставила и там вот. Ну, в общем, мертвый blind. Там... Это кол, типа? Ты меня это дал. Это кол. Кол? Да. Ну, ты должен сказать, а рейз и потом рейз? Поставить. Так что лимпуем. Так что лимпуем. Так что, это кол или кол? Тогда я покажу. Рявный блайн у тебя. Кол? У него кол? Это кол. Тогда чек. Он должен сказать рейс и потом поставить. А почему он не берет фишки обратно? Сейчас мы дадут сдачу. Разменял. Мне почти все равно было. Кол или рейс. Все равно бы скинул. Потому что у меня бомба. О! Ладно, ребятки, играйте. Созвон. Можно же сказать чек. А, созвон, можно? Я думал, это чек. Я это Тёме. Можно класс. Еще сказать all-in. Да. О, здорово. Она all-in, чё ты? Чек.
Рейс. О, другое дело. Что думаешь, Илл? Бет, да. Что тебе там? Две карты. 2-4? Ну, 2-4 не может быть, это же плохая карта. Туз король просто было. Туз было, точно. Думаешь, на чем ты основываешь свои подозрения? Король не был. На том, что он ну, король не, ну, туз это достаточно. На том, что он 1000 кинул все-таки, значит, туз был точно. Может, это он специально делал вид, что не знает правила и дал 1000. Да? Такие... Вот, ты имеешь в виду под дурок, а канает, да? Ну, косит. 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 А косит и канает это... Косит это без жаргона, канает это как бы... Канает это на фене уже. Не знаю, так, в очках не помогает. Попробую в кепке, но без очков. Смейся, смейся. Кол. Очень пассивная игра идет. Игроки стараются не раздувать банки, не повышают и хотят задешево смотреть флопа. 3-4-5. Илза собирает две пары. Посмотрим, как она их разыграет. Она повышает. Ставит крупный бет 1200. Здорово. Ну, Николай Артур решает ответить. Тёрном приходит король. Илза нападает в размере 2500. Похоже, Николай скинет свои карты. Посмотрим, что сделает Артур, так как у него все-таки есть совпадение и дроу стрит. Так выглядит 6-7. Артур решает ответить. В банке уже более 10 тысяч. Илза повышает до 2500. Нет, нету 6-7. Он бы тогда рейс сделал. Артур делает кол. И проигрывает банк в размере 15 тысяч. Я ждал, что там будет шестерка дома. Четыре туз. Я ждал, где что там будет шестерка дома. Четыре туз у тебя был? Я думал, что там шесть что-то там. Как не считаю, все равно мало. Я уже